Ну, понеслась. Как тут что-нибудь новое будет? Сейчас, кстати, должны эти, ну, фонари освещения в процессе падения работать. О, что-то тут это, интерактив был. Да, что-то пока нового ничего не видно. Нет, ну нового ничего не будет. В процессе падения сейчас боковые фонари освещения. Посветлее стало. Ага, мелькать что-то стало. Ох, реально работает. На какой фонарь я забыл? Блять. Оп, оп. Че? Быстро падаем. А, блять, страшно. О, да. О, фонарики, да. Как свет поменялся. О, зелененькая. Какая прелесть. Alien Isolation. Да-да-да. Синоморфы сейчас полезут. Так, сразу скажу. Так. В зеленый густой дым не лезьте. Вообще ни при каких обстоятельствах. А, там этот. Ну, я читал. О, заражение. Слышишь, стопоритесь. Если у кого было кастомное направление, восстанавливайте его, оно все сбилось. Все через жопу опять. Да, у меня осталось. У тебя осталось, у меня все через жопу. Да. Ну вот приседание на кнопку один раз нажал. Все работает, к примеру. О, смотрите, этот 90 ли квадратиком помечать. А раньше как, блять, было? Я думал изначально так. Что-то я запутался в управлении, мне кажется, было все по-другому. Сейчас, секундочку. Что, где ящички-то, ё-моё? После открытия дверей мобы стоят и не светятся. Раньше они, так сказать, оживали ненадолго. Думаю, что прикольно. Мы идем в разные стороны. Да вроде кто-то там затрещал. Просто ближе не молчит. Тут пока никого. Так, у меня дверка здесь без сигнализации. Две даже. Вот. А, одна под ключ. Вторая. Security scan. Другое вот дело. Здесь. О, фонарики поменяли, глянь. Опа, здесь где-то есть. Ну там. А чё за замки навесные стали на шкафах? Ого. Это если долбанешь по нему со всей силы, он туда снимется, но ты можешь туда загреть ближайших. Вроде рядом нет. Нихера, аж тут слышно было. О, на эти, на боксы стали эти пометочки делать. Здесь шестереночка такая. Рефрал пак. Кому еще один? А на меди паке, да, тоже рисунок. Блин, новый. Что, наверху здесь что ли? Сердечко. Понятно, вот, по-моему, за дверью. Так, короче, нам нужна 104-я, 106-я зона, чтобы... Ролин, сюда... аккуратнее. Аккуратнее. Да. Понял. Тоже вроде фонарики переработали. Осталось трое, если я далеко помню. О, нормально. В одном ящике два химсвета лежит. Красота какая. Был один химсвет, стал теперь по два. Какая прелесть.
А, их тут трое. Появился, сука. Скаут. Агр. О. Все загрелись. Очень много там. Блин, в этом тумане очень не видно. Все, это последний, походу. Звук не прекращается. Ну все. Слушай, они починили лестницу. По лестнице теперь, если мышкой туда-сюда. Где скаут? Так. Эммопак. Какая прелесть. И тут рефал остался один. Был рефил. Так, а что тут 80? Так, кому амуниция? Так, стой, стой, стой. Вот так. Так, ты зашибись. Джаз, ну-ка стой, не двигайся. Стоим. Я вас помню, да? Кстати, слушайте, какой будет этот хак-фейл, так скажите. Это что? Маленькая сиренка. Это хак-фейл. Когда на место... О, я вот это и думал, что вот этой фигни не хватает. Тут этот маленький ящик раскрыт, и там остался химсвет, большой ящик раскрыт. Но на карте он как закрытый помечен. Окс, и баг, в большом ящике ничего нету. Или подожди, подожди. Или они так помечают ящики, которые типа открытые, но в них что-то осталось. Ну-ка. Нет, вот я говорю, маленький ящик открыт, но там что-то осталось. Но он на карте открытый. Короче. Большой ящик открыт, там ничего нет. На карте он закрыт. Все понял, блин, обманочка. Так темно стало, вообще писец. Ну а ты еще думал, в сказку попал? Прям тени нормально. Так, у нас что получается? Вот тут вот еще. Путь самурая только один, через ту дверь, да, которую дернули? Да, а от этой ключ нужен. А какой? Ну да. Блю 200. Че, тогда сканируемся? Сейчас, сейчас. Большие ящики, видимо, забаганы. Где третий, что-то даже нет. Я здесь, здесь, сейчас. Не, так не вижу всю стену. Ключ, 103-я зона. Видимо, дистанцию сделали, на которой можно видеть своих вещах. Интересно, с турелями пофиксили? Пофиксили, да, сквозь стены не заставить больше. Заебись. Четко. Так, а тут у нас, ну да, единственный проход. Слева будет на 225, ближайший далеко. И больше никого тут не вижу. Скаут. Так, что это такое? О, рефил пак еще один нашел его. У меня может подкнуть. Или я могу подобрать, поспать. Где ты, где ты, где ты? Джаз, приседай. Так, еще один есть. Так, лок Мельтер нашел. Типа этот замок снимать. Эмопак. Эмопак. Как он, кстати, работает, интересно? Ну-ка. Хуя себе. Это че? Это гаджет новый? Ну, новый инструмент, он типа бесшумно снимает замок. Ну нихера себе бесшумно, он тут шумно. Так, у меня тут двое рядышком прям. На три заряжаем? Да и так можно, потому что только двое. Давай, погнали. Красиво. Ну-ка, их переработали, нет? Зубки стали поострее. Так, пойдем к товарищам. Сейчас секунду гляну, что здесь. Еще. Большие появились вроде. Медипак. Три юза. Забрал медипак. А тут фок-репеллер еще возьмет кто? Я могу. Это давай, теперь... я возьму. Это теперь вещь нужная. А, вот за следующей дверью скаут, судя по записям. Ну, по крайней мере, он был на ролике разрабатывал. Он здесь еще ходит, он пищит периодически на трекере, но, блядь, я его не могу поймать в этот...
Далеко что, очень. Я открываю? А вот он. Непривычно, когда открываешь дверь, а скаут не распускается. Давай, давай в последнюю очередь сюда зайдем. Так скажешь. А чё в предыдущих комнатах? Вы ходили там, смотрели? Да, там одна считай, это выход в эту, что ли? Да. Ну это одна и та же комната, только... Ой. Два скаута. Блять. За стенкой. Вот с этими поосторожнее, ребятами. Их всего двое, можно бить, в принципе. У, что произошло? Давай, раз, два, три. Анимация замаха, слышь, есть теперь. А-а-а. Что случилось со светом? Вот да, у меня тоже такой глюк произошел. У меня освещение не менялось. У меня оно только что пропало. Пропало все, осталось только на одного. Ничего, да? Так, тут по-другому дверь. О, что это такое? Синенькое. Окей. О. Ключик нам есть. Блу 200 нужен. Вот он и нужен, отлично. Так, а тут что? Тут скаут. Наверху-то мы не смотрели? А, наверху светит хим свет. Так, у меня синий ключик нашел, здесь какой нужен. Ну, а пойдемте, это... откроем синюю дверь. Ну, не синюю дверь, а... Или точно будем исследовать. Пошли тогда, да, сходим. Если там алярма, то на потом оставим. Вроде алярма не было. Пока ключ не вставишь, не узнаешь. А, точно. Ой, кровь на маске, интересно. Так, топографический кретинизм. Вот, дверь сюда. А, тут тоже дверка. Вот сюда. Втыкай. Под алярмой. Давай на потом. А, вы здесь были, да? А, это, короче, ну, понятно. Да. Это не туда. Что у нас? Это сквозная дверь. Я так, здесь а вот тут скаут уже. Опачки. Так, вот так сразу тут сделаем. Я же здесь... Лошаков вы добавили. Хотя, вот так, давай сделаем. Ну, помещение здесь красивое. Все нормально. Вот он. А, где-то в соседней комнате. Я, короче, скаут как бы не церемонюсь. Чего? Отступай, 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 отступай. Посмотрим. Блять. Сорян. Оборону ставьте, оборону ставьте. Не знаю. Так, не отобьемся, думаю? Давай, ладно, так, потом. 5 штук. Да не, нормально пистолет. Нет, шикас, шикас. Скаут, по-моему, не загрелся. Ну, а он в другой комнате. Это второй скаут. Первый у нас. Два скаута же. Или нет? Ну, скоротали время опять, чё? А, еще дверь. Ну, пистолет очень убоен. Пиздец, блядь. Чё, глянем, чё? Открываем. Эта дверь тоже под алярмой. Ну, тут весело, в общем. Это обратное возвращение в эту нашу комнату. Да, открыто всё. Красиво. Mm-hmm. Так. Ну, на валяр. Какие пути? Первая. Это, вторая. Та дверь, которую ключ ставил. Третья. А, погнали, все вскрывать. Шикуемся. Че, с чего начнем? А, со всего подряд. Что-то, давай с основной. Давай с основной, куда ключ? Стой. Какая зона? 106-я. А нам как раз сюда и надо. Теперь смотрим подходы по карте. То есть, ну, так, это... ну, судя по всему, это нам не надо было сюда идти. У нас были дополнительные возможности врагов отсюда теперь. А нам мы же ключ отсюда забрали, нам в любом случае сюда точно? Надо было идти. Ну да. Так, вот отсюда дверка, и... отсюда пойду. То есть два подхода всего, да?
3. Потому что у нас еще на востоке подход. Вот. Ну, из, да, из ближайших это херня, ладно. Вот дальний надо забрать. Давайте по классике, позади двери турель, да, и закрываем ее. И запенивать? А, здесь пен... одно? Пенивать-то нечего. А, пены нет. Пены нет. Так, и там одну турель куда тогда поставил? А ты ставишь, да? Ну да, я собирался. Вот теперь хер поймешь на карте. Вот нашли ящик, открыли его, не открыли, даже маленькие забаговались. Так, здесь я с той стороны открыли. Вот он открытый, по-моему, был, вот этот. Ну, сейчас чекнем, на всякий. Ну, то, что багует, это неприятно. Раньше было хоть заметно, что-то пропустил. Да, он открыт, точно. Ну, значит, как попадет. Я думаю, багуется, наверное, из-за того, что один этот ящик, типа, ну, заспотил, а другой его открыл. Надо, чтобы кто заспотил, тот и открывал, скорее всего. Ну, пофиг. Поехали. Так, с юга пойду, скорее всего. Так, вижу. Блять. Отлично. Тут топовая пометка. Все. Пошла вторая. Да, сейчас. Ой, сейчас очень. Ой, блядь. А что так быстро? Ай, спасибо. Хоть следующий-то. А, обратно идет. Теперь справа сейчас пойдет. Ай, я не успеваю. Большой. А большой не ваншот, это голову. Небольшой. Большой от кем? Убили его. Ага, вот последний. Дайте это... пулемет попробовать, пожалуйста. Давай. А, нет. Ну ладно, это было не тяжело. Так. Ну и нормально подъем. Как раз 3 аптечки есть, полечиться. Так, и 2 патрона. Давай, Хантер, ты там у нас малопатронный. Ага. Так, блин, кому последнюю так сплавить? Так, открываю, да? Или за дверью, секунду. Кстати, один всего сидит, поэтому... Ролин. А. Ага. Сыма. Скаут здесь, по-моему, живет. Да, ебать. А чё так много? Ну да я не знаю, он пищит постоянно. Типа спотит как несколько движущихся целей. Турельки. А там же сказали, добавили радиус где отрезать. Вот он. Ну мне давай, она у меня самая боевая была. Ну, вот я. Все, спасибо. Так, у нас, короче, в этой зоне есть аммопак, дезинфект-пак, медпак. Ну, вот как-то так. Куплер триллер отметил. О, вот здесь лежит этот фок. Это, 4 штуки, да? Ну и фонарик. Так, у нас как-то это с боеприпасами на еще одну войну хватит? Да. Да. Смотрю, шотган сентри 86%, 36 патрон. Это как он теперь работает? Интересно. Еще раз? Давайте вскроем следующий дверь. Давай, да. Скаут только справа сейчас будет. А. Нормально. Я понял. Да, слышно. Я понял тебя, братан. Наверху, да, один. Тут, я как понимаю, очень большая штурма там. Ну, не очень, скажу. Ну, я валю его? Stay clear of the feelers. Ну, давай, подготовимся. Так, сейчас, отступите сразу на всякий случай. Бах. Опс. Чёрт, турельки закрываем.
там много сейчас пойдет, написано было. Я просто не всех отметил. Аккуратно, турелька стоит. А вот теперь все. Деревья никто не живет. Дичь хорошая. О, блин, зона большая, реально. О, чистая зона. Ой, блядь, это откуда я упал? Привет, СД1. Так, фогу прием. Так, я эту штуку нашел. Если хотите, подходите ко мне. Я пока не брал ее. Заодно посмотрим, как они теперь работают. Радиус меньше стал. Радиус прям значительно уменьшили. У этой штуки-то покрепели? Ну, а внизу можешь посмотреть как. Но он и по судя по всему и меньше работать стал по времени даже. Сундук вот. Самопаком. Кого-то зарядить. Да, я думаю всех сейчас. Всем так. Нужно. Теро. И наверное тебя. Подвою за всего. А, извиняюсь. Неплохо. Так. Вот ящик, если что, туда. Я беру. О, еще один ящик. Где еще? Такой же? Или ты что такое? О, С4 это. Короче, клейка херня. Блядь. Посветите кто-нибудь под ногами, я его несу, я только фонариком на лоб могу воспользоваться. А, все нормально. Идешь правильно. Сифон гранатовый. Так, это... Какая у нас зона-то была? 104-я вроде? Да черт его знает. А, 106-я, все. Короче, нам теперь 104-ю. Как же его... Ага, все понятно. На Е нажимаешь, и он выкидывается тогда. Какой охуенный геймплей. Таксикуля. Нести цветастый ящик. Ага. Знаете, подавитесь. Все что ли? А, они все, нет. Нам а, второй нужно еще одно карты. Нам второй нужен. Видишь, вы, и все, ага, конечно. Кто нас отпустит отсюда, и все. Значит, одну из этих дверей вскрывать. Ты пробьешь по компу? А, тушь пробита все, вон в чате. Мы забрали 106-ю, нам надо в 104-ю. Кстати, у меня две гранаты. Я думаю, наконец пригодятся. О. Ну я подозреваю, куда нам надо идти. Ну так и есть. И тут алярма еще одна. Одна дверь у нас уже выбита. Чё, кстати, как усик? Мне понравилось. То есть, он может быть не такой мощный, как СМГ, но такой бодрый. Короче, давайте оборону. Я закрыл-то её, блин. Не, всё правильно. Так, с той стороны надо поставить. Я хочу, естественно, саму турельку поставить. Я, да. Здесь тоже. У нас, короче, получается, тут три подхода идёт. Одна выломана уже однозначно. Пенить не будем? Да блин... Ну одну можно запенить, почему? Одну на всякий случай, да, можно запенить. Какую? Давай самую дальнюю, неудобную, которая слева находится. Вот самая-самая левая, по-моему, вот это. Ебать тут ствол у этого, у дробовика. С компенсатором теперь. Так, по-моему, он забрать. А, или нет, раньше у него пламя. Раньше покороче гаситель намного было. Так, ну... Будем надеяться. Ну, как говорили это, ну чё, погнали. Реги. Погнали, вращаем барабан. It's here!
И наверх залезаем потом. Да-да-да-да-да. Так. Зайдем! С пеной-то не... Почти уже дали. Окей. А, все, скран там, блин. Ну и зашибись. Где машин взял? Не, машинган сейф. Все. Че-то. Все, что ли? Херня какая-то. Эту даже дверь не сломали. Как мне мою дверь забрать? Ломай этот пену. А то. Ломай, давай, не стесняйся. Вот давай попробуем открыть. Все, она не открывается. Тут черный что делал, только была. Ай, сильно. Беги, турель, ты свободна. Ну, 123, тут мало было, наверное. Ставил 150. Ну что, открываем? Или там есть поганый? Один скаут. И спереди сейчас будет сидеть один маленький, большой, я не знаю. Вот так вот сделаем просто. Ага. О. Слева, слева, в каком свете? Ага, вижу. Чё это наверху? Дым так мигает. Ага. Вон он в этом стоит, блин, в трубе. Запускает свой шаловливый щупальц. На нас, вот. Ага, нашел ящик. Сейчас со скаутом разберемся по-быстрому. Пока. Да, все? Ну да, тут двое всего было. Поэтому можно... Ящик, если чё, вот он лежит рядом с вот этим. Чё тут у нас? О, для этих, для этого время. Так, тут где-то туман должен быть рядом ядовитый, если помнить видео. Жар, сколько турельки? Короче, у меня 31. Кстати, ага. Не убегать. Вот он, туман ядовитый. Так, чё кому нужно? Есть у кого эта херовина? Можете в туман бросить? А, это да. Не, я оставил твой. Есть, есть. Ребят, я ползу к выходу. Не, только не бросай ее около выхода. А вот еще один этот ящик. Что у нас тут? А, мупак. Кинь поближе еще. Стойте тут на всякий случай, сейчас я кабанчиком сгоняюсь, подлежу, что там хоть. Можно идти? Спасибо. Ага. Так, аптека. Аптека, еще фокрепеллер. А тут? Так это ядовитый газ? Типа, да? Был ядовитый, да. Пока его тут нет, можно ходить. Но там только аптечка была и фокрепеллер на 4 заряда аж. Вау. Ну ты взял его? Я взял, да, там место было. А, ну все. Ты сбросил там рядом, да, с этой точкой выхода? Нет, еще не дошел. Тогда не ставь его в круг, иначе затриггерится все. Так что там делать? Там что-то триггерится? Ну, тревога будет. Просто рядом сбрось где-нибудь, но не в круге. Да-да-да, я его поставил. Так, единственное, что осталось не вскрытое. Да иди нахрен. Единственное, что осталось, это 105-я зона. Ну там скаут ходит. Ну зачем она нам? Спортивный интерес. Где тут терминал поблизости? Ага, нашел. Иду к вам тогда, раз интерес. Там же 105-я написано, да? Да, 105-я. Медпак, тулрефил, ламапак. Ну, по-моему, у нас всего в достатке. Если только локацию чекнуть. Ну, интересно как бы, но... Сейчас вот так сделаем. Ну там скаут и 2, 4, 6 мелких точно. Давайте на выход, короче, ладно. Мне нравится. Какая прелесть все-таки эти звуки. Можно теперь понять, кто не умеет.
нас тут остались где-то двери целые около выхода еще? Только вот тут вот. Да, вот это. Тогда давайте, наверное, не позади дверей теперь. А где-то ближе к нам, что ли, чтобы они помогали тут. А дверь закрыла, нет? Ну, дверь сама. Я предлагаю их пониже. Вот, ну, вот тут вот расставить. Ну, да, 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 чтобы они охватывали. Господи, сейчас мы твой ящик принесем, не паникуй. Чё, да я просто механику взятия ящика проверяю. Да не-не, этот Варден напоминает постоянно, типа это, отнесите ящик в 102-ю зону в точку входа. Так, и чё, где ещё? Смотрите, по позиции получше. А, сломанные. Одну можно, чтобы она им прям в лицо настрелила. Ну да-да-да-да-да. Пусть так и будет. Так, Ролин, стой, дай полечу. Чисто перекрестный огонь, блин. Не, смотри, они могут забегать вот отсюда, с западной стороны. И вот этот турелик по ним вообще работать не будет, видишь? Вот это вот, 3-4 вниз. То есть они будут вот так вот загибать, и сразу на лестнице. Давай-то вот так вот. У меня еще один этот есть. Пенка. Тоже ничего. Ну да, мы с карты, короче, все забрали. Тут остался... Медпак, тулрефил, амапак, еще медпак, и где-то дезинфекшн пак еще не взяли. Но так как в тумане не гуляли, он нам и не нужен. Все, у нас же тут двери нет больше. Кто несет? Я. Вот он в процессе. Давайте готовимся. Понеслась. Это ж финал? А? Это финалочка здесь? Финал, финал, да. Чтоб точно красиво было. О, как оно быстро сканируется. Да. Эй, встаньте все в круг, пожалуйста, оно очень долго сканится. Справа сейчас пойдут еще. Турельки там их долбят. Да. Ой, ну что ловить тут нечего. Ну нахер, я сваливаю, да? Да-да-да. Ну ты видел это? Куда? Стой на месте. Справа. А, где? Не, тут они только спереди. Я показал. Бля, киньте еще репеллер, так спокойно кончились, было. Кончились, как там крутился. Давай! Он бежал без ног. Изи. Вообще нормально. Музычка. Музычка, музычка-то какая. Ну это на самом деле было просто. Ну да, это как введение, они все равно ж новички играть будут, поэтому. Так, ну типа. Ох, какая прелесть! Ну, с B1 начнем по классике.